Фотосет после утра невесты дома, будем вдвоем. Родители хотят, чтобы когда мы выходили из дома, нас обсыпали все соседи. Категорически не хочу, и то в конфликт, так объяснить, что нужно, как мы хотим. Садитесь за стол переговоров, все просто. Садитесь за стол переговоров и говорите: ребят, смотрите, вот мы хотим, чтобы у нас было так-то, так-то. Вот мы не хотим, чтобы нас обсыпали. Если вы хотите, чтобы нас обсыпали, пусть это будут лепестки роз, окей. Все. Но мы не хотим риса, конфет, монет, там, что там еще обычно, чем там еще обсыпают. Мы не хотим этого, и все. И ну, на самом деле все это очень просто решается, если вы общаетесь, не конфликтуете на эту тему, а просто общаетесь. Потому что когда это идет в формате конфликта, то в формате конфликта ничего не решается, могу сказать. Ничего. Невозможно что-либо решить в формате конфликта. В формате обычного общения это решить можно. Объясните, что вы невеста, что у вас свадьба, что вы всегда мечтали, чтобы было вот так и так и так. Неужели ваша мама вас не поймет? Неужели ваша мама не сможет объяснить соседям, что, ребят, ну, они так не хотели, давайте вот просто мы вас шампанским угостим, вот вы придите к нам, зайдите, выпейте по бокальчику шампанского, поздравьте, если есть желание поздравить, и все. И больше ничего. Я думаю, что она вас поймет.